Пациенты с гипертонической болезнью могут приобрести лекарства по льготной лекарственной программе со скидкой до 50%, сообщили в ОМСИ. Чтобы воспользоваться льготой, пациент должен быть застрахован и приписан к ЦСМ. Льготные лекарства реализуют аптечные сети, заключившие договор с ФОМСом. За рецептом необходимо обратиться к лечащему врачу. В случае возникновения вопросов можно позвонить на горячую линию ФОМСа 113. Звонки со всех мобильных устройств бесплатные.